Я знаю, как это больно для вас обоих. Очень. Видеть любимого человека в таких мучениях. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song, a beautiful melody. When the nights are long, 'cause there is no guarantee that this life is easy. Главное, что ты жив. Это новое пророчество. Пока бьется чистое сердце матери-исповедницы, хранитель обречен на поражение. Если ты уйдешь искать Ричарда, твоя жизнь будет под угрозой. Сестры, которые служат хранителю, тебя убьют. Но почему Райма свернулся? И почему так смотрел на нее? Меня зовут Кэрин. Прости, что угрожала тебе. Сегодня ты меня спас. Я не могу быть с той, кого люблю! Пока бьется чистое сердце матери-исповедницы, хранитель обречен на поражение. Кэлен! Ты же не убьешь того, кто тебе так дорог! Эллен, Ричард неравнодушен к тебе. Смотри на свет перед собой, а не оглядывайся на нее. Ты выйдешь замуж за Ричарда? Обещай. Разгляди истину. Ты убьешь Дарка Морала. И все закончится. Магия, которую он держал, войска испарится. Кто-нибудь еще немного повоюет, но большинство очнутся. Вернуться домой, к семье. Ты тоже. Когда разрыв закроется и мир будет спасен, мне нечего будет желать, кроме тебя. Тебя видеть. Ты-то что можешь знать о любви? Кроме того, что никто в целом свете не любил тебя. Как я рад видеть тебя. Когда я исповедую кого-то, они теряют волю. Становятся похожими на рабов. Неправильно заставлять этих людей подчиняться мне дольше, чем это нужно. Я очень ценю, что ты со мной и всегда оберегаешь меня. Ведь пока ты остаешься искать, тебе нужна твоя исповедница. Ричард, не сдавайся ей.